Теория Бран заключается в том, что наш мир – это только некое трехмерное, как говорят сегодня математики, многообразие. Это терминология такая. А на самом деле, что это некоторый лист такой трехмерный, который летает в пространстве больших размеров. И минимум 11 нужно, чтобы объяснить все изгибы, которые вот на этом листе имеются. Поза льва. Обязательно делать эту позу льва для того, чтобы все мы тут с вами прогрели носители крови. И она делается так. Делаем вдох. И... Справиться с задачей поможет зубная щетка. Кладем ее на стол, на щетину нитку. Сверху нитку накрываем иголкой. Вдавливаем ушко в щетину. Смотрите, вот так быстро и легко можно вдеть нитку в иголку. Протри глаза, зритель. Тебе хуйню всякую показывают, а ты в это веришь.